Друзья, всем привет! Чудесное субботнее утро. Я отправляюсь на рыбалку. В коем веке, давно уже не был на рыбалке. С этим копом забросил рыбалку вообще в край всю. Удалось на той неделе вырваться на щуку. Поехали, половили, немножко оторвались по щуке. Мелкая, правда, но как-то клевала вообще. Сейчас еду, забираю Вадима с Даней. Загружаемся, мои вещи уже все загружены, вон. Это все только мое. Сейчас они еще столько же, наверное, нагрузят. И поедем, попробуем половить карпа. Есть водоем, вроде как клюет карп. Даня там был, Вадика, на рыбалке. Ну, наловил. В общем, и мы попробуем половить. Ехать нам километров где-то 100 от города, может 120. С копом пока у нас печалька. Поля все засажены. Конец июня месяца, поля засажены. Леса позарастали, дожди такие шли, трава по пояс везде. Но попробуем, может, на следующей неделе вырваться куда-то покопать. Есть там лес один, попробуем все-таки туда съездить в разведку, глянуть, что там и как. У папы вчера было день рождения. Бать, я тебя поздравляю с днюхой. Счастья, здоровья тебе, всего самого наилучшего. Будь здоровенький мне. И что еще хочется сказать для тех, кто не в курсе. Ребят, мы ждем 10 тысяч подписчиков на канале и разыграем золотое черняховское украшение. Осталось всего ничего, каких-то 2000. Так что, кто, ребят, не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы участвовать в розыгрыше. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Все, друзья, сейчас подъезжаю уже к Вадику, сейчас заберу его и будем на водоеме. Я вам все покажу, все расскажу. Едем с ночевкой, взял с собой газовый баллон. Взял с собой стульчик, Саня еще кум приедет, столик привезет. В общем, я думаю, что нам будет там достаточно комфортно для того, чтобы провести время. Честно вам скажу, очень хочется на рыбалку. Давно не был на рыбалке с ночевкой и как-то вот хочется. Потому что с копом забросил рыбалку вообще. Все, друзья, смотрите, не переключайтесь, я думаю, будет интересно. Загрузились, заехали в магазин, купили еды, машина полная, так нагрузили, что просто капец. Едем рыбачить, будем на водоеме, я покажу вам место. Даня вон передаст, всем привет. Всем привет. Погнали. Приехали, друзья, мы на водоемчик, вот такой вот, здесь ловится карпик. Сейчас будем разгружаться и закидываться. У нас натарина, конечно, там, да? Да, покажи. Это вообще полная машина. В общем, разгружаемся. Такой. А тут рыбы нету, да? Отсюда все выловили. Ну я смотрю, вон нырлает. А мы там еще на третьем ловили, кстати. Когда-то. Вот там вот в углу сидели и туда ловили. Так, все, вон дрова нам кто-то оставил даже, да, смотри. Вообще, супер. Все, давайте быстренько разбираемся, разбираемся. Там уже карпы в очереди стоят. Да, сейчас прикормку какую-то замешаю и буду закидываться. Друзья, докладываю обстановку. У Вадика было 3 поклевки, 3 карпика он взял. Я не успел снять, если честно. Я пока там занимался со своими удочками, значит,
Ловлю я на два фидера, на фидер вернее и на пикер. Вот такие вот ловим мы на горох. Горох, кукурузу замешал, прикормочку. Сейчас вам покажу. Ведерко гороха сварил вот такое вот. Ну, в общем, вот так вот еще кукуруза бондюэлевская. Лет 5 ей, наверное, муравьи пришли покушать. В общем, и Данька словил тоже два карпика. Пока ловим, да? Сними малого. Вон он. Ну, тут зума нету в этой камере, поэтому только так. Закинул я на горох. Жду поклевочку. Закормил точку. Прикормка у меня фишдримовская, фидерная. Замешал ее вместе с кукурузой и с горохом. Карпа надо кормить, чтобы он подходил и брал. Так что вот такая вот, друзья, пока история. Ждем поклевочку. Будут поклевки. Вы все увидите. Смотрите. Вадика поклевочка. Вот такой вот небольшой карпик. Зеркальненький. Опа. Поджарим его сегодня вечером, да, на ужин. 100%. Дай мне крючки, тут, пожалуйста, тут нормальные. Сейчас. У меня отломал карп крючок, прикинь. О, поклевка лет, была сейчас только что. Сейчас дам. Ребят, была сейчас поклевочка, смотрите. Какой замечательный карпик. Ой, тише, тише, братанчик. Тихонечко. Хорошенький. Сейчас мы его в садочек определим. Тихо, тихо, тихо. Не внервничай. Сейчас все будет хорошо. Друзья, не успеваю снять поклевку, потому что сижу, перевязываю снасти, хочу крючки поменять. И не успеваю. Вот еще один. Вот такой вот небольшой карпик клюнул. Я уже садок поставил. Отправляется в садочек. Раз и все. Сижу вон снасти перевязываю. Ставлю вот такие вот нормальные крючки, потому что те, которые у меня стояли, вот такие вот у меня стояли на подлещика, их ломает просто карп. Приходится перевязывать. Так, работаем дальше, друзья. На горох. На горох клюет вот так вот. Тут еще пока старые крючки стоят, но что-то ловится на них. Пока ловится, будем ловить. Сейчас тут там перевяжу и потом здесь перевяжу. Идем ловить дальше. Ага, котяра, привет. Кс-кс-кс-кс. Хороший. Вадика поклевочка. Сдать тебе помочь под сачком. Давай, давай, сейчас мы его возьмем. О, это что-то получше, получше, согласен. Да. Вот, давай, 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 давай. Нормальный пацанчик. А, не могу поднять, Вадик. Сейчас, тихо. О. Вот, это уже попали. Давай его сюда чуть подальше, чтобы он... О, это уже что-то получше. Да, это уже чуть покрупнее. Чуть покрупнее попался. Красавчик. Размерчик. Все, пойдет. У меня тоже, по-моему, поклевка, смотри. Дын-дын-дын-дын. Есть. Сейчас попробую вытащить. Что делать, Саня? Закидывать и ловить. Блин, сошел. Сошел. Ребят, у меня клюет. Не знаю, как вам там видно. Видите, правая удочка шевелится. Вершинка. Ребят, на этой удочке уже у меня сидит карп стопудово. Вот. Проклевывает. Сидит, сидит. Сейчас его вытащу. Блин, просто не успеваю.
не успеваю. Не то что ловить, даже снять некогда. Вот такой вот карпик зеркальный клюнул. А, он, смотри, он под низу засекся. Да. Тихо, тихо. Сидику у него рот. Бегемот. Стой, стой. Сейчас мы тебя определим в садочек. Оп. Давай, давай. Оживай давай, смотри. Что ты там прилег? Давай. Пошел. Сейчас пойдет в воду. Просто не успеваю. Кота накормили карасями. Словил карася, отдал коту. О, сейчас попробую, кстати, вытащить. Что у меня тут сидит на второй удочке? Есть тоже. О, нормальный пацанчик. Ну, только сучок занят. Опа. Так не хочется сломать удилище. Пойдет. Жареха обеспечена. Пойдет. Такой себе карпик. Смотри, как он засекся. Завер, да, там его тьма. Смотри, как пробил одну часть губы, а потом вторую. Спасибо, Вадик. Такие вот карпики клюют. Бульк. Так, ребята, ловим дальше. Попытаюсь как-то сейчас примастырить камеру на грудь. У меня есть крепление. И будем снимать с груди. Друзья, клюет потихонечку. Вот смотрите сейчас. Так. Сейчас как получу кончиком в нос. Тык-тык-тык. Сёрбает. Во. Любомир к нам в гости приехал. Рыбак не рыбак. Рыбак без удочек. Пиво нам привез. И водки. О, о, смотри, смотри. Я хочу заснять поклевку. Я думаю, что она там уже сидит. Сейчас попробую ее вытащить. Так. Не, наверное, нету. Не, нету. Хочу вам показать, какая у меня оснастка. Кормушка и два отводных крючка. А не, смотри, есть. Не цепляет. Бляха. Блин. Так загнуло, что аж зацепился за... О, хорошенькое что-то. Что-то хорошенькое, надо фрикциончик отпустить. Иди к папочке. Саня, у тебя подсак далеко. Поможешь взять? Сейчас я его подниму где-то. Я его еще не вижу. О, вон он. Что-то он, по-моему, за хвост, да, забагрился и за этот. Вот это прикол. Смотрите, за хвост забагрился. Да не могу быстрее. Оп, вторым крючком за хвост взялся. Можно чуть дальше где-то. Спасибо. О, смотрите, что пол... Вадик, смотри, как я словил карпика. Двумя крючками. Нормально. Один за хвост,
один за губу. Ну смотри, ну реально, прикол. Видел, а? Так, отцепить надо как-то теперь. Такой небольшой карпик, но приятно все равно. Отправляется в садок. Все. Поклевочка. Что-то не крупное вообще. На свечку выходит. Давай, если можно. Не хочется удилище сломать. Оп. Вот он, карпик. Стоп. Селфи с карпом. Селфи карп. Пошла движуха. Любомир приехал, хоть помощь какая-то есть. Красавчик, хоть с подсаком ходит здесь. Шо-шо? На залёвку можно сажать. Да там Саня говорит, у него картофан есть. Там нормальный карпик такой, поджарить вообще супер. Что ты отпустил? Вот такие вот дела. Передай привет. Кому? Я даже не знаю. Не знаю ни одного имени, кому я мог бы передать. Подписчик. Фейл. Фейл. Я заснял это. Это пиздец. Ладно, ловим дальше. Есть поклевочка, друзья. Товарищ подсак, иди помоги. Неплохое что-то. В берег бьет. О! Да, карпик. Зеркальный, красивенький. Так, сейчас мы его подведем. А, не хочет. Вредный. Вредный карпик. Иди сюда, иди к папочке. Вот он. Неплох, я тебе скажу. Очень даже неплох. Отправляемся в садочек. Оп. Это, конечно, не смешно, но как завтра достать садок? Нырять туда, да? Лепетка. Мистер на прокат есть. Так, ловим дальше. Есть поклевочка, друзья. Что-то тянется. Что-то карпа не вижу вообще. Где он? Есть, да. Вадик, я снимаю. Нормально, иди сюда. Запикай.
О, клюет, клюет, клюет. Хорошенький карпик. О, ребенка поймал. Не жалко тебе его. Смотри, этого ребенка еще взять нельзя. Иди ко мне. А? Сыс, прям с подсака выскакивает. Иди сюда. Опа. Вот и есть рыбка. О, еще один клюнул. Да. Внимание, что. Да вытащу уже. Ладно, ставлю. Идем отцепим этого. Клюет потихоньку карпик. Проклевывает. Он был вот на той неделе спущен. А, да? Значит, это был малявочек. О, ух, нифига себе. О, Вадика. Не, ну что. Тоже поклевочка. Мелкий пацанчик. Такой вот неплохой зеркальный карпик. Ловим дальше. Вадик вон тоже мотлошит полным ходом. Красавчик. Сейчас вам оснастку свою покажу. Значит, эту. Вот такая вот кормушка. И на ней. Сейчас крючок отцеплю. И на ней два поводка. На верхний не клюет. Я думаю, что можно его вообще снять. А на нижний берет. Так что вот так вот. Заряжаю в кормушку прикормку и цепляю горох. Ловим дальше. Тебе досточку еще дать? Есть? Конечно, есть. Конечно, давай тогда. На тебе нож. Дякую. Сейчас тебе еще дам досточку, все есть. Мы, короче, накрываем на стол. Ну как мы? Любомир нам накрывает на стол. А мы сейчас закончим рыбалку и будем садиться вечерить. Вот такая вот досточка, она небольшая, но она, на ней можно все порезать. У меня там поклевка, я не успеваю просто. Досточка. Пойдет? Ну, другой у меня нету. Иди, клюй. Другой нету. Вон у Сашки младшего поклевка. У меня тут сидит уже, наверное, 100% на правую удочку. Мне кажется, что сидит уже. Сейчас попробуем подтянуть. Сидит, да, 100% сидит. Может, карась какой-то, что-то мелкое, или ничего вообще нету. Карась. Карася словил. Карасей. Так кошка уже наелась там, наверное, нормально. Я ей два таких карася отдал. Карася не берем. Да нет, карась возьми, клубы розовые, посмотри. Карась. Клубы розовые. Да карась, ты что прикалываешься, карась? Смотрите. Какие губы розовые, карась, блин, серебристый карась. Ты что прикалываешься? Ну да, карась, он какой-то длинный, блин. Ну такой вот карась, такой длинный карась. Карася не берем, карася отпускаем. Пускай живет. Ловим дальше, друзья. Хочется крупного карпа. Ой, чуть крышка не ушла. У Вадима какой-то хороший карпик. Да, хороший, чё. Давай, давай, давай. Подводи. Давай. Уже пойдет. Хороший карпик. Более-менее такой. Да, это уже повеселее. Ну, чтоб такие брали, пацанчики. Ну. Люкс. Классненький. Да, такие пойдем. Опа. На бойл взял, да? Да. Видишь, на бойл.
Клубничный, да? Не, на этот. Шелковица. Шелковица. Идем, идем кушать. Любомир нас зовет, мы все не можем оторваться. Рыбалка просто. Просто класс, блин. Так, хорошо, хапись. О, хорошенький пацан. Хорошенький, хорошенький. Еще и телефон звонит. Вот как везде успеть? Уже карп сидит стопудово. Друзья, стол накрыт. Тут у нас картофанчик молодой. Здесь вот молодой картофанчик. Котлетки, колбаска, балабаска, алкоголь, помидорки. Всем приятного аппетита. Друзья, такая шикарная обстановочка вечерняя. Саня Кум вон друзьям передает привет. Саня, я не знаю, как тебя там будет видно, потому что мне так солнце светит в глаза, что я не вижу ничего. В общем, мы пообедали, я не знаю, пообедали, поужинали, как это у нас. Я даже не знаю, кто-то позавтракал. Кто-то позавтракал. В общем, и снова закинулись и ловим рыбу. Да, Даня? О, да. Давай, Даня, вот, смотри. Рыбалка онлайн. Лучшие поклевки карпа. Смотрите, что творит. Просто тянет карпа. Хоп, выкинул его. Давай. Молодец, передай привет. Всем привет. Кому всем? Зрителям. Так я специально хочу, он не попал. А? О, давай, у тебя тоже поклевка, Саня, или нет? Я не поклевка. Да, я думал, у тебя клюет, хотел снять, как ты рыбу тянешь. Ладно, друзья. Сейчас Любомир нам разожжет кастрик. Да? А где, кстати, будешь разжигать костер? Там? В воде, да? Не, ну, так, чтобы где-то... Не знаю, мы палатку где будем ставить? Я думаю, что здесь. Нет, там место есть уже. Костер может где-то чуть дальше туда, вот за машину. И это, и он взял просто с перепуга 4 килограмма крыльев. Сказал, что пожарит нам сегодня их. Так, я закинулся, что-то у меня не клюет ничего пока, и это меня немножко настораживает. Когда ты говоришь закинулся, мы ведь точно неправильно поймем. Я нормально закинулся. Я закинулся двумя удилищами на карпа. Поэтому у меня это в твоем смысле закинулся, неправильно поймут. Я тебя просто уточняю, что ты... Серый, у тебя клюет. О, у меня клюет, смотрите, смотрите. Оп, оп, оп. Сейчас, не, я не буду тянуть, я уже подожду. Подожду, не хочу, не сидит 100%, Саня. Это он там смакует. Сидит, короче, уже. Смакует мой, этот, мою наживку. Ну ладно, сидит, давай, так и быть. Вытяни. Поснимай, я вытяну. На, давай, помогу тебе. Тяни. Иди сюда, переходи сюда, вот тебе удобнее будет здесь, а я возьму подсачек. Есть, да? Да. Что съе? Карась есть. Карась? Нема ничего. Вот так вот, дал вытащить. Ну я ж тебе видел, что ничего нет. Он там когда есть, там просто... Было, но сошло, ну, да? Было, 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 было. Но сошло. О-о-о. У него такой газовый баллон. У меня газовый баллон вот там за машиной стоит и в ведре. Чем? Зажигалку возьми, подожги, просто открой. Давай я тебе его сейчас настрою. Есть хорошенькая поклевочка. Да, я всегда. О, смотри, как отрабатывает удилище. Он не такой хорошенький, как кажется. Ничего такой, да. О, да. Ничего. Симпатюшечка. Иди как папочке.
признаться, что прошлогодний, а на самом деле нет. Нет, это 100%. Ну, я имею в виду, что в прошлом году... Неплохой картик. Ой, стой. Стой, маленький. Ну, не такой маленький, неплохой. Надо фоточку запилить в Инстаграм. Кстати, кто не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. Молодой, молодой. На год, наверное, младше тебя, да? Ты какого года рождения? 79-го. На 2 младше. Бадик таких дергает на берег вообще запросто. Там мне жалко удилище. Я тебе скажу честно. Мне просто жалко удилище. Спасибо. Такой некрупный. Да, от костра, я пальцы чуть не отжарил. Возьми там досточку на костре и подпали от костра. Такие вот карпики клюют. Отправился в садочек. Друзья, вечереет уже. Такая классная погодка. Супер, вообще тепленько, хорошо, карпик клюет. Рыбалка шикарная, клюет как с пулемета. Я просто не успеваю, если честно. Я даже думал, что, наверное, надо одну удочку вытащить, а вторую оставить. И ловить просто на одну. Клюет причем у всех. В общем, сейчас скоро уже потемнеет, мы еще сядем повечерим и будем ложиться спать. Поставим палаточку, а завтра утром уже продолжим рыбалку. Я зажег такую вот спираль от мошек, комаров. Не знаю, пока вроде помогает. Побрызгался еще гартексом. Так, что такое? Сидим, ловим. Кота накормили карасями. Кот у нас не голодный, который прибился тут к нам. В общем, ловим. Все, я думаю, что увидимся уже завтра. Любомир нам жарит вкусное. Вам, себе. Себе? Ты столько не съешь, ты чего? Себе, говорит. Я много ем. Ты много ешь? Любомир нам жарит вкусные крылья куриные. Тебе перчатки надо? Зачем? Есть какие-то огни. Не, огнеупорных перчаток нету, к сожалению. Ты прикольно придумал такую лампочку от пауэрбанка. Красавчик. Класс. Надолго хватает? Поделить 10 тысяч на 3. Я понял. Надолго. Этот, как бы сказал, математика не мой конек. Подели в геометрии. Ты сотри, потому что очень жарко, чтобы научиться. Я просто не знаю. Я там отвернулся. Не убежит. Друзья, всем доброе утро. Движуха идет в полном разгаре. Клюет. Я вот сейчас вот словил вот такого вот замечательного карпика. Короче, ловят все. Ловят все. Любомир только отдыхает. Будем продолжать ловлю. Вот такое вот классное утро. Солнышко встает. Красота капец. Есть поклевочка, друзья. Опача. Отцепился. Вот такой вот карпик клюнул. Скользкий. Пойдет, берем. Там в садке уже, наверное, рыба капец.
голова поклевочка, друзья, смотрите, какой красивенький карпик клюнул. Классный. Отправляется садочек. На подхватике. Засел хорошо там. Мозги выключил ему. Опа. Красавчик. Вадик, ты доволен рыбалкой? Да, конечно. Даня тянет. О. Давай, Дань, я тебе помогу. Сразу высрал это горох. А что, выплюнул горох? Сразу. Усатенький такой. Да. Вот горох. Три штуки. Выплюнул, да? Да. Ну да, наелся уже. Да, мы его тут накормим хорошо. Горохом. Да. Даня тягает там раз за разом. Ребят, я уже устал ловить. Устал уже ловить, просто, ну, так клюет, что просто красота. Будем заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик. Будет у нас еще рыбалка, будет у нас еще коп. Еще увидимся. Всем удачи. Всем пока.